Агентское вознаграждение выплачивает принципал, тот, кто нанял агента. Если агента нанимает поставщик, для того, чтобы ему нашли покупателя, платит поставщик. Если коммерческого агента нанимает покупатель, для того, чтобы ему нашли поставщика, то вознаграждение агенту будет выплачивать покупатель. То есть агентская схема, она крутится, вертится. Можно быть посредником как одной стороны, так и другой стороны. И в каком размере можно выплачивать это агентское вознаграждение? Ну, например, если коммерческий агент содействовал заключению между поставщиком и покупателем контракта на $1 миллион, допустим, может ли коммерческий агент претендовать на $20 тысяч с такого контракта? Ну, наверное, да. Может ли он претендовать на 200 тысяч, то есть на 20% от суммы контракта, который он помог заключить? А? Многовато. Ну вот смотрите, логика какая. 22%. Всякое бывает. А он может претендовать, допустим, на какой-то процент в течение всего срока сотрудничества покупателя и продавца, например, 10 лет. Компания, которая работает оператором на рынке услуг определенных, она предлагала тем фирмам, которые на этом рынке работают как исполнитель, то есть оказывают услуги, предлагала услуги агента, поиска клиентов. И они говорили так: за каждого клиента, которого мы для вас найдем, мы хотим получить 50% от цены заказа этого клиента. Вроде бы как много, но можно размышлять так: если это разовый заказ, и из этого разового заказа коммерческому агенту выплатить 50% один раз, а потом этого клиента еще несколько раз там привлекать или оказывать ему услуги, может быть, стоит отдать половину от первого заказа, чтобы потом очень долго работать. Другое дело, что этот же агент, о котором я сейчас говорю, он в качестве условия поставил, чтобы 50% ему платили со всех заказов, которые привлеченный им клиент будет размещать. Вот это уже дороговато. Так что размер агентского вознаграждения и то разово оно платится, или агентское вознаграждение платится агенту в течение всего срока сотрудничества сторон, которых он свел, рынком только определяется. То есть не существует никаких обычных цен или правильных, или реальных цен. Коммерческий интерес существует. Если принципалу выгодно, скажем так, вопрос всегда должен стоять так: что лучше, выплатить коммерческому агенту вот это вознаграждение большое или отказаться вообще от покупателя, которого он может найти? Если покупатель, которого найдет агент, ценный, если сотрудничество с ним в итоге приводит к прибыльной деятельности, то даже очень солидный или большой размер агентского вознаграждения не должен вас смущать и не должен пугать, что вам налоговики скажут, что это неправда. Но, конечно, с агентскими вот этими сделками есть масса нюансов. Чем больше сумма агентского вознаграждения, тем детальнее нужно подходить к документальному подтверждению функции агента, то есть доказыванию того, что этот коммерческий агент действительно вам оказал услуги, а не просто вставлен в схему, как тот, на кого вы выводите часть своих денег. Поэтому отчеты агента максимально подробные, что он делал, этот коммерческий агент, как он содействовал заключению сделки, какие переговоры он проводил. Даже бывают такие вещи, допустим, что вот вы выплатили коммерческому агенту вознаграждение, например, 10% от суммы контракта с вашим покупателем. Контракт у вас на год, а в следующем году снова этот же коммерческий агент опять же содействует вам заключению контракта с этим же покупателем. Такое бывает. Вот если эту ситуацию стандарта рассматривать, то вот такие выплаты агентского вознаграждения налоговиками рассматриваются как схемные. Потому что предполагается, что зачем выплачивать кому-то агентское вознаграждение за привлечение контрагента, с которым вы уже раньше работали. Но такое иногда бывает, что без коммерческого агента вы не сможете снова повторно заключить этот контракт на еще один срок. По каким причинам? По разным причинам. Бывает так, что тот контрагент, с которым вы работали, для того, чтобы продлить с ним контракт, нужно пройти очень сложные какие-то процедуры внутренние.
да, какая-то сертификация, какая-то подготовка вашего предприятия или технической или другой документации перед заключением контракта и так далее и тому подобное. То есть даже такие вещи можно обосновать. Но, конечно, с документами, с обоснованием нужно в таком случае серьезно поработать. Иначе, конечно же, вы рискуете, что эти агентские выплаты будут признаны выплатами по бестоварным, нереальным или фиктивным договорам агентским.